Приветствую вас, мои дорогие друзья и подписчики, подписчики моего канала. Сегодня у нас на приеме супружеская пара. Зовут вас? Лариса. Лариса и? Вячеслав. Вячеслав. Вот сейчас послушаем, что беспокоит Вячеслав. Какая проблема-то у вас основная? Руки, позвоночник, ноги. Вот одна сторона вообще отказывает. В ногу отдает, да? Да. Здесь супругой, давно уже супругой, да? Конечно, палы таскает, таскал всю жизнь. Сейчас дома пенсионеры, да, сидите, не работают? Нет, не на пенсии, нас продлили, омолодили нас. Вы знаете, что после сеанса, там с недельку ничего нельзя будет поднимать тяжелого, да? Нужно будет отдыхать побольше. А тяжелые сколько килограмм? Ну тяжелые, ну... Индивидуально, конечно, но все-таки тяжести не таскать для ведро. Мешки ничего страшного, там что-то поднимите. Но, в общем-то, мешки с картошкой, как говорится, не надо таскать. Нужно будет отдыхать. То есть, по большей части, все грудь беспокоит, да? И поясница, я так понимаю, в ногу, да? Это руки болят. Вот. Давайте раздевайтесь, посмотрим. И лицом вниз туда. Очень сильно не матерись. Так, ну тут сразу видно весь спазмированный, вон, как будто он в спортзале был. Везде сломается, да? Везде больно, да, здесь? Везде больно. Угу. Аж дыхание, да, перебивает? Вот поднимать что-то. Ага. Смотри, смотрим здесь. Больно, да? Сильно? Да. Все видно, тоже больно, весь спазмированный. Можешь материться. Видно, что правая нога тоньше намного, чем левая. Соответственно, питание в эту ногу хуже идет. Она вот даже, ну, это такая, и эта нога. Можно носки снять. Смотрим. Конечно, лучше снять. То есть, расслабься. Немножечко, но... В общем-то, левая нога покороче. Ну, не намного, где-то сантиметр. Вот. Давай, носки. Дальше снова. Левая. Здесь больно, да? Ой, да. Угу. Здесь. О, тоже больно? Да. Здесь. Ай. Ну, село, что вы хотите. Не красит работа человека, как говорят, работа красит. Горбатым сделает. Смотри, расслабься. Здесь. Больно, да? Здесь? Да. Понял. Здесь? Да. Терпимо, да? Здесь. Ну-ка, Настя, наляй. Не напрягайся. Не напрягайся тут. Смотрим подвздошные. Здесь. Терпимо. Ну, натянуто. С этой стороны. Не так уж. Терпимо тоже. Больно? Нормально. Немножко, да? Тянет, но сильно боли нет. На эту сторону, да? На этот бок. Здесь смотрим. Больно, да? На другую сторону. Так вот, смотрим. Больно, да? Тут вообще. Ты худо кушаешь, плохо? Ого, кушать хорошо. Кушать хорошо. Ложись на живот. Давай, на валик под грудь положим. Первый сеанс сильно не будем много, но так, постараемся хоть тебя расслабить, чтобы эти спазмы все ушли. Нужно потерпеть будет чуть-чуть. Ау.
Давай пониже, Валик. Нет, давай побольше. Это маленький. Поясни, побольше. Побольше, Валик. Давай. Позвонки все в разные стороны. Один вправо, другой влево. Давай, берем Валик. Валик вынем. Сколько лет? Сколько лет? 57. Смотри, ушла боль? Ага. И немножко. Ой, есть, да? Смотри. Немножко есть. Здесь? Здесь немного. Есть маленькая. Немножко. Oh. Ah. Oh. Ah.
Есть маленько. Давай, на валик ложи. Сумки острые, у него снова искры глаз. Люди поплотнее, которые попроще работаются. Вот когда такие острые позвоночки, прямо. Ой-ой. Пальчики бобо. Ну-ка, уберем. Я же прям вот застарел друг на друге. Позвонки сели плотно, малоподвижно. Тяжело работать, конечно. Именно так. Расслабься. Смотри. Меньше? Ну вот. А с этой стороны? Тоже есть немножко. Немножко есть, да? Здесь? Не так. Здесь было не дотронуться. Здесь? Тоже не дотронуться. Здесь? Ну, расслабь ноги. Голову на бок. Ногу прям расслабь полностью. Полностью расслабь. Не бойся. Молча. Не бойся. Я ровно вижу. Другую. Расслабь. Все. Ну вот сейчас видно, ноги ровные. Видишь? Все. Здесь спазмы поменьше стали. Эти места еще немножко поработать надо. Потерпи. Потихонечку. Поточку пройдем. Расслабляй. Верю, верю. Сам через это проходил. Ну,
Между что? Я же перекурил, может. Чуть-чуть пройдем нашим инструментом животворящим, чудотворящим. Давай, вдох, выдох. Выдох. Кассеточные суставчики освободим. И дышать легче будет потом. Все, дыши, дыши, дыши. Нам перебивать. Не могу. Мелко, мелко. Поверхностно сначала. Да, вот так. Это как в детстве с велосипеда на спину упадешь и думаешь, умираю. Давай, вдох, выдох. Выдох. Все, 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 все. Потерпи. Сядь, вот лицом на окно повернись, на край кушеточки. Здесь тебе вот еще шею посмотрим. Сейчас здесь. Не больно? Нет. Ушло, да? На спину, да? Грудь, смотри. Есть немножко боль здесь? Да, чуть-чуть. Иногда вот сильно остеохондроз оттуда со спины и в грудь уходит. Вот, достаточно просто вот проработать. Не слабо, но и не сильно. И боль отсюда уходит. Вот сейчас смотри. Нету? Нет. Вот. Видишь? Здесь. Нету? Здесь нет. Ну? Нету. Нету. Хорошо. Здесь? Тоже нету. Тоже нет. Ну все. Давай встань еще. Вот. Сейчас. Лицом. Лицом туда повернись. Встань, встань. Руки в разные стороны. Кулаки сожми. Я буду вниз давить, сопротивляйся. Слабая. Слабая рука. Немножко. Смотри, ты меня все время ставлю. Садись ко мне лицом. Так вот, сутулься. Сопротивляйся.
Немного посильнее стало, а? Чувствую. Все, одевайся. Трясет? А там уже жарко, наверное, уже. Нервная система так отвечает. Всегда.